Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Сегодня большинство дронов могут нести на себе GoPro, завтра они смогут перемещать людей. Это просто потрясающе. В этом обзоре будет представлен, по моему мнению, самый крутой продукт, который мы увидим на международной выставке потребительской техники 2016. E-Hang 184 – определенно необычный дрон. Во-первых, он просто огромен, по сравнению с другими дронами, парящими над соседской лужайкой. Он в разы больше своих меньших собратьев. Размер E-Hang обусловлен его способностью вмещать настоящего пилота. Это шаг вперед в индустрии дроностроения. E-Hang 184 – первый в мире дрон, способный перевозить человека, а еще он летает самостоятельно. E-Hang приводится в движение 8 роторами, мощность которых составляет 140 лошадиных сил. Винты сгруппированы по 2 штуки с 4 сторон. Максимальная высота 335 метров, а крейсерская скорость 100 км в час. На сайте заявлено, что E-Hang способен продолжать полет даже в случае отказа одного из роторов. В случае непредвиденной ситуации, например, что-то отказало или отключилось, в дрон заложена система безопасности, которая поможет приземлиться на ближайшей безопасной поверхности. Исполнительный директор компании начал разработку пассажирского дрона после гибели двух его друзей-пилотов в крушении самолета. Он хотел создать более безопасный вид воздушного транспорта для непрофессионалов, который бы доставлял их из одного места в другое, даже если у них нет лицензии пилота. Означает ли это, что E-Hang станет настоящим бестселлером, учитывая, что все, что вам нужно сделать, это сесть в дрон, указать пункт назначения на 12-дюймовом планшете и насладиться полетом? К сожалению, все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. На данный момент E-Hang считается нелегальным средством транспорта в США, так как он не протестирован и не одобрен управлением гражданской авиации. E-Hang предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем стать полноценным средством передвижения. Нужно решить много вопросов, например, как будет осуществлена координация дронов и других воздушных судов, как будет осуществляться ручное управление в случае непредвиденной ситуации. Другой важный вопрос – стоит ли E-Hang своих денег? Его цена составит цифру между 200 тысячами и 300 тысячами долларов, что довольно много. За эти деньги вы получаете 23 минуты полета, а затем понадобится зарядка. Вряд ли за это время вы доберетесь туда, куда намеревались добраться по воздуху. Тем не менее, у E-Hang'а есть несколько классных функций, как внутри, так и снаружи. В кабине установлен кондиционер и даже освещение для чтения. Снаружи дрон оборудован сигнальными огнями и фарой, а также камерой, с помощью которой можно наблюдать за происходящим внизу. Сзади находится небольшой багажник, в который поместится сумка или рюкзак. Удобно для небольших путешествий. Должен признаться, что не могу оторваться от E-Hang, он потрясающий. Это был бы очень классный вид транспорта. Конечно, производителю предстоит решить еще очень много вопросов и проблем, но я жду с нетерпением тот день, когда над головой будут пролетать десятки таких дронов. А что вы думаете о E-Hang и его потенциале? Пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо за просмотр, увидимся!